на 2 недели выписи. Мне тут нравилось, нравится, и я надеюсь, то, что, конечно же, в следующем году я приеду сюда. Спектакль получился. Мне кажется, он... Говори как есть, давай. Он был шикарным. Вот, хотя у нас было очень мало времени на его подготовку. За сколько времени вы его подготовили? Ну, за 2 недели даже. То есть вы 2 недели назад вообще даже не знали его, этого спектакля? Да, мы вот вообще даже не были готовы к такому спектаклю. Да, когда я услышала, ну, примерный план спектакля, я подумала, что он ужасно большой, и мы не успеем это сделать. В итоге все получилось, и... Все получилось. Это, конечно, странно, но мы молодцы.